Всем привет, с вами снова я, Катя Головкина, и сегодня я покажу вам свой личный дневник. Он у меня выглядит так, это обычная тетрадочка в 48 листов с животными. Здесь такая вот вырезка из журнала с котом. Моя курочка выглядит вот так. Здесь наклейка с конкурса «Кенгуру». Здесь написано, когда я его начала. И пока что вторая строчка пустая, потому что я еще свой личный дневник не закончила. Но здесь личный дневник номер 3, Головкиной Кати, но с ней нужно сусовать мою личную тетрадь под названием «Дневник, это только мой тайник». Стоп, остановись, замри, дневничок мой не смотри, почитать не мечтай, но проваливай давай. Потом у меня идет вот такая вот розовая тема. Здесь вот такого кексик, какая-то собачка, чаек, и здесь идет на заметочку. Вот конверте. Потом дневниковая запись, мой день рождения. Опять же дневниковая запись. Тут дневниковая запись. Вот здесь такая вот собака. И здесь такая вот вырезка из журнала на магазин 101 роза. Опять же дневниковая запись. Очень длинная дневниковая запись. Тут я что-то сердечки рисовала. Наверное, влюбилась. Вот тут тоже сердечки. Вот здесь вот идет вот такая вот распечаточка, тайничок. А потом здесь у меня написаны мои враги. Потом страница анекдотов. Здесь я свой сон писала. Да, это у меня как сонник. Здесь рисунки, ам-нямы. Потом здесь мои страхи. Их у меня всего 6. Не буду зачитывать. Здесь осень. Такой вот смайлик. 1 сентября, смайлик. Цели на учебный год. Их у меня здесь 15. Да, 15. Потом... Тут такие цитаты, которые я нашла в соцсети «Контакт». Вот сюда я их некоторые написала. Потом у нас в школе был день здоровья, мы ходили в поход. Тут моя любимая музыка, мои любимые сериальчики. I love you. И вот такая вот дневниковая запись. На этом все. Да, я дошла до середины. Дальше у меня лишний дневник пустой. На этом было все. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока, до скорой встречи.